Все, слава Богу, да? Я буду недолго. У нас до скольки зал? До двух обычно. Не, я постараюсь недолго. Скажу все только самое важное, как бы, да? Что сегодня хотел бы передать. Потому что для нас каждый день все важно, когда это слово Бога, действительно, оно бесконечное. Поэтому начнем сначала, когда закончим, неизвестно. Я хотел начать с того, чтобы сделать такой небольшой обзор о том, что я в прошлый раз говорил, прямо в двух словах. И можно сказать, что продолжить эту тему. Говорили мы о том, что слово Бога – это слово, с которого вообще все начинается, и духовный мир – это то место, откуда все начинается. И то, что Бог нас уподобил своим детям, тем, кто приняли Иисуса Христа, да? То есть тем, кто приняли то спасение, которое Он принес в этот мир, потому что в Библии говорится, что если устами своими будешь исповедовать Господа, да, Иисуса Христа своим Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И тем, кто это сделал, и тем, кто это делает, кто признал Иисуса Христа Господом, исповедует и верит, то, что Бог воскресил его из мертвых, он получил это спасение. И, как бы, знаете, ничего в этом сложного нет, скажем так. Что Бог все сделал очень просто. Другое дело, что сам человек, он заморачивает себе голову очень многими вещами, да. Плюс ему помогает еще в этом религия, плюс помогают сотни мнений. Но есть одно мнение, мнение Бога, которое здесь записано, и там все просто. Исповедуешь Иисуса Христа Господом, веришь, что Бог воскресил его из мертвых, спасен. Понимаешь? Все, больше ничего не надо. Но есть продолжение этому. То есть как бы это не остается без плода. Это не просто факт, который свершился в твоей жизни, и ты продолжаешь жить так, как ты хочешь. Это не так, далеко не так. Но тем не менее, спасение – это просто. И через это спасение, через то, что сделал Иисус Христос, Бог уподобил нас себе детьми. То есть как бы мы такие же, как Иисус Христос. Написано, что Он стал первым, да, первым из многих. А позже даже верующие в Иисуса Христа стали называться христианами. Это же что-то значит, нет? Как бы вот если вот смотреть вот на все эти просто образы и значения, то уже должно быть понятно, что христиане, то это знаешь, христианин слово, это как маленький Христос. То есть, понимаете, мы рождены так же, как Иисус был рожден, от Бога написано. Мы от Бога рождены, то есть от Его слова нетленного. И не от желания, не от хотения мужа, но от Бога рождены. И это семя, оно положено вовнутрь нас, да? Новое рождение, новое творение. И вот об этом мы сегодня более подробно поговорим, о таких базовых основах, которые на самом деле, они очень простые, но настолько простые, что суть иногда вообще, она упускается. И ну, на это мы как люди на это не смотрим, и поэтому, так сказать, многого не понимаем. А когда мы не понимаем, то очень легко это слово украсть из нашей жизни. И все, и мы забудем про это. Давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Прочитали уже? Mm-hmm.
Сам же Бог мира да осветит нас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И здесь более ярко, больше, чем в других местах Библии, говорится о том, что человек состоит из трех составляющих. Это дух, душа и тело. То есть есть и другие места, которые делают разделение. Там дух, душа, тело, да, дух, тело, душа и так далее. Но здесь говорится вот более ясно и понятно, что мы состоим из трех составляющих. Это дух, душа и тело. Но большинство людей, они думают, что человек состоит из двух частей. Это физическая его часть и внутренний человек. И из-за этого как бы есть путаница в понимании того, что написано в Библии. Потому что если основываться именно на такой позиции, многого можно вообще не понять, о чем здесь идет речь. Ну, очень трудно это понять. Но когда ты рассматриваешь написанное слово, да, в том, что мы состоим из трех частей, то становится все предельно ясно. И мы можем как бы ощущать в нашем теле что-то, это очень просто, да, это очень просто, когда до тебя дотронешься и так далее, твоя плоть чувствует, видит. У нас есть 5 органов чувств, да, и на эмоциональном уровне, что относится к нашей душе, мы тоже можем что-то чувствовать и ощущать, то есть нас можно обидеть или ободрить словом и так далее и тому подобное. Но что касается духа, наш дух, он не может ощущать или чувствовать что-либо вообще в физическом смысле этого слова. То есть, когда Иисус, он разговаривал с Никодимом, помните эту историю, когда он ему объяснял о новом рождении, он ему говорит, что рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. И вот эти вот две сферы, плотская и духовная, они между собой никак не соединяются напрямую. Дальше я как бы объясню, как это происходит. Но фактически, да, то, что имеет место быть, это если ты принял спасение, если Бог, он дал тебе новое рождение, то в своем теле, в своей душе, например, ты можешь ощущать или переживать, скажем так, депрессию, но твой дух при этом будет наполнен радостью. И при этом ты будешь думать, что ты вообще как бы в плачевном состоянии находишься, у тебя все плохо, ничего не получается, но твой дух при этом, он будет продолжать наполнен радостью быть. Но ты этого можешь не ощущать. Почему? Потому что эти две сферы, они не соединяются напрямую друг с другом. То есть плоть и душа, то, что мы чувствуем, переживаем, это основано на том, что есть в этом физическом мире. Но духовный мир – это вообще как бы отдельно, да, и там, именно там и происходит это новое рождение в духе, да, новое рождение от слова, новое рождение от Бога, которое является совершенно новым творением, то есть тем творением, которого никогда раньше не было. Давайте откроем 2 Коринфянам, 5 главу, 17 стих. Здесь речь идет вот о новом творении, 2 глава, 5.17. Ой, 2 Коринфянам, 5.17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Интересно, да? Что кто во Христе, тот новое творение. А мы понимаем, что мы во Христе, мы христиане, мы рождены от Бога Словом, да? Те, кто принял Его как Спаситель, те, кто исповедовал Иисуса Господом, кто верит, что Бог воскресил Его из мертвых, мы получили новое рождение. И получается, что здесь написано, что мы новое творение. Но если мы посмотрим в зеркало, мы этого не увидим, да? После нашего обращения. То есть, кто был женщиной, тот женщиной и остался, да? Кто был мужчиной, тот... Ничего не изменилось, как бы, да? Кто каким был, тем и остался. Ты смотришь в зеркало, и получается, что, ну,
в этом нет какой-то логики, как будто, да. И если пойти, например, путем исключения, вот, исходя из того, что здесь написано 5.17, древнее прошло, теперь все новое, мы можем видеть, что наше тело осталось точно таким же. И по факту в других местах Библии вы можете найти, что говорится, что наше тело, оно еще не искуплено. Да? Павел, например, говорит, что не все мы умрем, но все изменимся, когда придет Иисус. Оно еще не искуплено. То есть, когда Иисус умер и воскрес, и его тело обрело новую прославленную форму, и с нами произойдет то же самое. Поэтому наше тело, оно в процессе спасения. Павел вот это имел в виду, что те, кто останутся жить, и в этот момент придет Иисус, то эти люди, они просто изменятся. Те, кто не умрут в этот момент, их физическое тело, оно изменится. Оно явит славу, которая на данный момент в них находится. И сейчас внутри нас есть слава Божия, но она в нашем духе. И она не явлена в нашем теле. Она не может быть явлена в нашем теле, потому что для этого нужно обновленное тело. Поэтому наше тело, оно в процессе спасения находится. За него заплачено, оно уже искуплено, выкуплено, но оно еще не изменено. Если мы посмотрим на нашу душу, то мы увидим то же самое. Мы от того, что пережили что-то в нашей душе, да, когда Бог, например, коснулся нас, когда мы за нас там молились, да, мы, может быть, покаялись, мы призвали Бога в свою жизнь, Он пришел и внутри излил свою любовь. Мы переживали эту первую любовь, возможно. Возможно, кто-то нет. Я помню, что первый раз, когда я обратился к Богу, вот таким образом, да, я призвал его в свою жизнь и пригласил его в свою жизнь, пригласил его в свое сердце, провозгласил его Господом и Спасителем. Я верил в то, что Бог воскресил его из мертвых. В этот момент я получил спасение. В этот момент я стал новой рожденной личностью. Но я могу сказать, что именно в этот момент я вообще ничего не ощущал. Не переживал, не чувствовал. Но это чудо произошло. Позже, да, со мной стали происходить события, когда этот ветер начал дуть, да, не знаю откуда. Откуда приходит и куда уходит. Стали происходить события, когда я стал слышать голос Бога в каких-то ситуациях и с какими-то людьми. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы, но изначально, в самый начальный момент, когда я это сделал, когда я призвал Бога, и когда провозгласил, и когда принял его, я ничего не переживал. Ну, на эмоциональном уровне вообще ничего, как бы. Вот. Поэтому это не показатель. Но, тем не менее, позже это состояние может уйти. Состояние первой любви и так далее. И ты смотришь вовнутрь себя, и ты понимаешь, что твоя душа, она тоже не является спасенной. В полном смысле этого слова, что она только двигается в направлении к спасению. Почему? Потому что наша душа – это то место, где сконцентрированы наши мысли, эмоции, желания и наша воля. И там мы видим, что у нас есть мысли, желания и какая-то воля есть у нас собственная, да, и все это, оно противоречит тому, что является Божьей волей. Не все, а ну, какие-то мысли возникают, да, мы смотрим, что, возникло какое-то желание, думаешь, ну, Боже, я же новое творение, как я могу так подумать, да? Да все потому, что душа наша, она тоже не спасена до конца. Она за нее заплачена, она искуплена также. Но она в процессе спасения находится. А здесь написано, что в 17 стихе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. В другом переводе новая тварь – это то есть, такое существо, которого вообще до ныне не существовало, не было во Вселенной, ничего подобного. И во Христе это вот новое творение, именно это, об этом и идет речь. Вот. Но если мы будем насмотреть на свою плоть и на свою душу, мы увидим, что ничего подобного не произошло. Никакое мы не новое творение. Вот.
Ну да, какие-то желания хорошие появились, там переживания какие-то были и так далее, и тому подобное. Какая-то надежда появилась, вера, наверное, заработала, да, и через эту веру ты получал какие-то, ну, переживал какие-то ощущения, какие-то у тебя с Богом были откровения ты получал, понимание ты получал и так далее. Но в целом ты увидишь, что ты остался тем же самым человеком, как бы. И вот... о чем здесь говорится совершенно точно, это о нашем духе, что наш дух стал совершенно новым творением. Но мы напрямую этого не можем ни ощутить, ни пережить, ни почувствовать, ни потрогать, ни пощупать. Но именно для этого и нужна вера. Наш дух стал абсолютно новым творением, абсолютно новой тварью, который на 100% искуплен и спасен. За него вот Иисус умер за это творение, да? И оно, вот это творение, наш дух, да, который нам дан, это дух Иисуса Христа, идентичный дух тому, что имел Иисус Христос. И это и есть новое творение. И поэтому Бог видит нас, как своих детей, на фоне этого события. На фоне того, что в чем находится наша душа или наша плоть, невозможно, да, невозможно угодить Богу, невозможно. Но поэтому Бог создал новое творение через Иисуса Христа. Это новое творение начинается в духе. Да? Поэтому так важно родиться заново. Поэтому Иисус объяснил это Никодиму, что если не родишься заново, как бы ничего не получится. Но новое рождение сам Бог дает. Как говорится, не от мужа, не от желания плоти, но от Его Святого Слова, да, от Духа Святого приходит к нам это новое рождение. И... Иисус сказал, да, что в Евангелии от Иоанна, что плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. И вот эти вот слова он как бы и разделил, да, потому что если мы смотрим на себя чисто вот с физической стороны или с душевной, то мы можем отдать себе определение. А так как мы в духе не можем что-то почувствовать или пережить напрямую в духе, то Бог дал нам свое слово, которое Он и назвал зеркалом. В Иакове написано в первой главе, что это как зеркало. То есть ты смотришь туда, и вот через это слово ты можешь увидеть себя, кто ты, новая личность во Христе, кто ты, новый человек во Христе. То есть не основываясь на твоих ощущениях и переживаниях. Ощущения и переживания – это очень хорошо, и они имеют место быть, но это не является основанием вообще, как бы, да? Основанием является то, что Бог сделал в нашем духе, и Бог сам есть дух. И поэтому Он сделал творение в нашем духе, о котором ты можешь узнать, вот читая это слово как зеркало, когда ты смотришь на него, да, и ты видишь, что здесь написано, что ты подобен, твой дух, он подобен Иисусу Христу вообще, да? Что у тебя есть вера, что в твоем духе есть радость, да, что есть плод духа, радость, мир, любовь, да, долготерпение, кротость, милосердие. Все это всегда есть в нашем духе, всегда, абсолютно всегда. Это никогда не останавливается, не заканчивается, это всегда живет. И именно за это и было, ну, произведено искупление, и был создан как бы новый человек, новое творение, первенцем из которых стал Иисус Христос. Мы всегда внутри себя носим. Именно об этом и молился Павел. Он говорит, что я молюсь о том, чтобы глаза вашего сердца открылись, и вы познали о том, что вы имеете внутри, о том, что вы имеете силу, в том числе, которая воскресила Христа из мертвых. Это все находится внутри нас, в нашем духе. И при этом мы этого можем абсолютно не ощущать и не чувствовать. Первое, потому что мы даже об этом не знаем. Ну, то есть, как бы, мы... не знаем, что вот так обстоит положение вещей, потому что многие думают, что человек состоит из плоти и из внутреннего человека, который в нем, и все. Но на самом деле это не так. Человек состоит из трех частей. Возрожденный человек, духовно возрожденный. Это плоть, душа и дух. И вот в духе, это вот как раз вот то зерно, о котором мы в прошлый раз говорили, да, которое имеет потенциал и настолько огромный, и это все находится внутри нас. Это все находится внутри нашего духа, да. Это в нашем духе всегда, постоянно пребывает. Вот. И давайте вот первую картинку можешь открыть. Наглядно посмотрим.
Видите, там дух внутри. Не видите? Техническая заминочка произошла. Сейчас мастер сделает. Рабочий стол пропал, да? Да, вроде он у тебя. Получилось? Аллилуйя. Видите, внутри дух, потом идет душа, потом идет тело. А вот так примерно это выглядит. Почему дух, он не может напрямую контактировать с телом? Между ними находится душа. И душа, там, где есть воля человека, там, где есть мысли человека, там, где есть его желания, там, где есть его эмоции, да, она является проводником, так называемым, да, как бы из духовного мира в физический мир. Поэтому напрямую, поэтому мы иногда что-то чувствуем, мы иногда что-то не чувствуем, мы иногда что-то желаем, я имею в виду от Бога, да, когда к нам приходит, а иногда вообще ничего не желаем. Но несмотря на все наши чувства, желания и эмоции, дух, он всегда находится внутри нас, и он всегда полон радости, любви, силы Божьей, победы и всего того, что мы приобрели в Иисусе Христе, благодаря Его благодати, о которой Саша сказал в самом начале. И вот для того, чтобы это действовало в нашей жизни, нам Библия, Слово Бога, Бог предлагает, что сделать. Он говорит, обновитесь. Да? Разум ваш должен обновиться для того, чтобы это стало реальностью в вашей жизни, чтобы то, что есть в вашем духе, оно стало перетекать в плоть. Потому что это является как последовательным. Вот второй вот рисунок открой. Видите, там дух, между ними душа и потом тело. И дух, он на тело никак не может влиять, пока он не пройдет через душу, пока он не пройдет через наши мысли, через наши эмоции, через наши желания. И у многих людей существует как так называемый кризис личности, да, у верующих. Почему? Потому что мы однажды пережили прикосновение от Бога, покаялись, пережили прикосновение, любовь Божию, а потом у нас появляются мысли, желания, и даже мы грешим, да, будучи, поступаем по плоти и так далее. И мы начинаем думать о себе с точки зрения плоти и душевного человека. То есть мы анализируем себя и сопоставляем себя с тем, кто мы есть в истории. Что я родился, я вырос, я был таким человеком, у меня такой характер, у меня такие желания, у меня такие стремления, у меня такие способности. И вот он, я такой. Все, ничего с этим не поделаешь. Ну да, было какое-то переживание с Богом, было прикосновение, там, было сокрушение, была любовь Божья, но потом пришло состояние душевного человека, так сказать, и ты опять видишь себя таковым, и ты думаешь, ну а что я с этим могу поделать? Ничего я с этим поделать не могу. И вот это вызвано тем, что наша душа, она опирается не на то, что есть в нашем духе, да, не на новое творение, которое даровал нам Иисус. То есть не на то, что в нас мы являемся новой личностью, абсолютно новой, да, до такой степени новой, что мы в прошлый раз читали, что никого не называйте отцом на этой земле, у вас один отец Бог. То есть, как бы, да, душа, она должна вообще переключиться с понимания того, кем ты был раньше, с проблемным человеком, неудачником, грешником, да, и так далее, переключиться с этого момента, с кем ты стал сейчас во Христе, вообще во Христе, кем ты стал. Ты стал победителем, тебе даровано спасение, и в этом спасении находится абсолютно все. Это как все в одном пакете, так сказать, да, потому что в спасении находится и наше исцеление, спасение находится и наше обеспечение, и наша свобода от всего, и победа над этим миром. В спасении находится все абсолютно, это находится в нашем духе. И это не где-то, и не когда-то, и никто вам не принесет, если вы не пойдете и не возьмете сами. И находится это не за горами, а прямо внутри нас. Все, что нужно сделать, это чтобы наша душа, она обновилась, чтобы наш разум, он обновился. Да? Поэтому и говорится в Римлянам 12:2, да, давайте откроем.
Римлянам 12 глава, 2 стих. Мне нравится, да, что у нас вот даже вот написано здесь, да, вот, точно так же, о чем мы говорим. Обновление, да? Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Да? Обновляйтесь, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это то, что должно происходить после нашего рождения. После того, как мы призвали Бога в свою жизнь, когда мы провозгласили Его Господом и Спасителем, когда мы поверили, что Бог воскресил Его из мертвых, нам необходимо обновление нашего разума. Если мы продолжаем думать так же, как раньше, наши мысли, они такие же, как раньше, основанные на том, что ну вот я такой, я так родился, я так вырос, и вся моя личность, она вот такая. Вот у меня такой характер, вот такие вот способности, и на большее я не способен, я ничего дальше делать не могу. Ну так все и останется. Ничего не будет меняться, несмотря на то, что внутри тебя бомба заложена. Да? Понимаешь? Но если твой разум обновляется, если ты начинаешь думать о том, кто ты есть во Христе, да? То есть, как бы, как ты можешь это узнать? Только изучая Слово, смотря на него как в зеркало, на то, кто есть ты в Духе. Только таким образом, вот мы говорили про сеяние, вот это Слово, когда ты сеешь его в свое сердце, постоянно сеешь, ты изучаешь на то, кто ты теперь. Тот, кто призвал Иисуса, тот, кто получил это новое рождение, несмотря на то, что, может быть, ничего не чувствовал. Но осознанно сказал это, осознанно верит в это. Кто ты теперь в Боге? Вот твой разум, твоя воля, твои желания, твои эмоции должны переключиться с плотского на духовное. И тогда это начинает действовать в нашем физическом теле. И тогда спасение, которое дано нам в духе изначально, оно влияет на спасение в нашей душе и в нашей плоти. Начинает меняться наша душа, начинает меняться наша плоть, да, вплоть до того, что мы уже видим, что касается души, меняются наши эмоции, меняются наши желания, меняется наша уверенность, да, меняется наше отношение к этому миру, в конце концов, наше отношение к самому себе меняется. Что касается плоти, мы знаем, что существует куча свидетельств, да, когда напрямую как бы плоть, она просто получает исцеление, и даже воскрешение из мертвых происходит. Почему? Потому что именно эта сила и действует, которая переходит из духа через душу и попадает в нашу плоть. И вот третья картинка, она вот более ясно показывает, что душа, она является как бы вот этим клапаном, да, краном, который может либо закрыть это поступление вовнутрь нашего тела, да, либо открыть. Вот от того, как мы думаем, да, от того, как мы мыслим, от того, на чем мы стоим, зависит, это вообще будет работать в нашей жизни. Дух будет проистекать и будет совершать свою работу или нет. Именно зависит от этого. Поэтому очень важно обновление нашего ума. Да? Когда мы не знаем таких простых вещей, а это простые вещи, да? Если мы этого не знаем, мы даже не понимаем, насколько важно это слово, насколько важно в нем обновляться, насколько важно знать, кто я во Христе теперь. Потому что только это знание и размышление об этом открывает этот кран, и дух начинает течь и совершать свою работу внутри твоей души, внутри твоего тела. И душа является как бы, и больше даже разум является мостом между этими двумя составляющими. Вот так вот дух не может быть напрямую соединен с плотью, и они долгое время могут находиться вот в таком состоянии, когда дух не влияет на нашу плоть, потому что душа не позволяет это сделать. Мы научены, очень сильно помогает в том, чтобы этот кран был закрыт, религия очень сильно помогает в этом. Просто Иисус однажды даже сказал, вы, фарисеям, вы, говорит, сами не хотите войти, вам даны ключи, но вы сами не хотите войти и другим не даете это сделать. Религия очень хорошо помогает, закрывает посильнее этот кран, чтобы это не прошло вовнутрь тебя. И как бы незнание этого, оно вот сохраняет наше положение вот в таком виде, что
ты пришел в церковь, да, у тебя были какие-то эмоции, были ощущения, ты принял Иисуса Христа, что-то начало меняться, а потом раз и остановилось. Ну, во-первых, почему? Потому что ты перестал общаться с верующими. Когда ты общаешься с верующими, все-таки этот кран, он это, он нет-нет, да открывается, да. И это чудо, оно может произойти с тобой прямо напрямую. Ну, каким образом, что, вот, ну, знаете, почему, например, возлагаются руки на человека, там, на больного? Почему именно так? Потому что, когда у человека закрыт этот кран, да, и он не может напрямую получить исцеление из своего духа, да, потому что наш-то дух исцелен полностью, да, Библия говорит, что ранами его вы исцелились. Это не прошедшее время, это настоящее время. Ой, не будущее время, это настоящее время. Это уже произошло, да. Иисус, он умер за нас 2000 лет назад. И написано, что ранами его вы исцелились. Мы уже исцелились. И это есть в нашем духе, да. Это уже есть в нашем духе. Но для того, чтобы наша плоть получила исцеление, наш разум, он должен согласиться с этим. Он должен быть в единстве с духом. Если этого не происходит, исцеление не приходит. Тогда приходит на помощь человек со стороны, в жизни которого работает этот принцип. То есть через его дух выходит эта сила, из его духа выходит эта сила, о которой говорил Павел. И она, минуя твой разум, через возложение рук направляется в твое тело. Таким образом ты получаешь исцеление, да? Но не из своего духа, а из духа служителя, который живет по-другому, думает по-другому, который обновляет свой разум и принимает то положение вещей, кем он является во Христе. И этот принцип доступен каждому. То есть это не... Есть люди, кому дано служение целителя или служение учителя, да? Но все до одного могут принимать исцеление от Бога для себя или для других, или проповедовать Евангелие. Неважно, являешься ты учителем или являешься ты целителем, твой это дар или не твой это дар. Мы можем это делать, независимо от того, специально мы призваны к этому Богом или нет. Почему? Потому что это дано вообще каждому. Да? И вот это пример, пример, почему люди исцеляются от молитвы другого человека. Да? А вот, почему люди идут к другим, кто этим даром обладает, для того, чтобы получить это исцеление, и это работает. Но ты можешь никуда не ходить, потому что эта сила, она есть внутри тебя. По большому счету, просто закрыт этот кран, и все. И твой разум должен согласиться с тем, что внутри тебя есть сила, которая воскресила Христа из мертвых. Она просто должна протечь в твою плоть и совершить это действие. Вот так вот спасительная сила в нашем духе, который на 100% спасен, она влияет на спасение в нашей душе и в нашем теле. И мы обычно ведомы нашими 5 чувствами, да? А Бог нам дал 6 чувство – это веру. И вот в зависимости от того, чего мы будем придерживаться, то мы и получим. То есть если мы ведомы плотскими ощущениями, то, соответственно, как бы мы не получим ничего от Духа. Если же мы ведомы верой, тогда мы получаем из Духа все те обетования, о которых говорил Бог. А пока мы живем в этом мире, да, и мы рассуждаем так же, как этот мир, мы делаем то же, что делает этот мир, мы провозглашаем то же, что провозглашает этот мир, да, мы поступаем по плоти. Именно об этом и говорится, что плотские помышления – суть – смерть, а духовные помышления – это жизнь и мир в Иисусе Христе. Вот духовные помышления, да, это когда ты помышляешь так о том, кто ты есть во Христе Иисусе, о том, кто ты есть в Духе. О том, и я вам скажу, что это очень актуально для сегодняшнего дня. Почему? Потому что мир сходит с ума с этим коронавирусом, понимаете? И если, как бы, у многих там истерики в этом плане, да, что же будет дальше. А по факту мы уже исцелены. И
Тут зависит от того, как ты к этому относишься. То есть, если ты рассуждаешь, как люди этого мира, каким образом, что, ну, я больной человек, я грешный больной человек, мне нужно исцеление. Да? Сейчас сезон гриппа или сейчас сезон коронавируса, и поэтому вдруг я заболею, вдруг я, а я и так, у меня иммунитет слабый, да и тогда, и ты рассуждаешь, и если что-то случилось с тобой, ты думаешь, ну, и если это произойдет, мне нужно исцеление, мне, или если я болею, я больной человек, мне нужно исцеление. Понимаешь? То есть тогда душа, она как размышляет? Она основывается на чувствах, которые есть в твоем теле. То есть ты больной человек, ты это чувствуешь, ощущаешь, да, ты там заболел, там весь мир болеет, и вот плоть, она все вот это видит, она все, весь мир так думает. И если ты следуешь за плотью, то есть за своими органами чувств, то есть за тем, что ты видишь, что ты слышишь, что ты чувствуешь, что ты осязаешь, то есть если твоя душа следует за этим, то и получать ты будешь смерть, да, поэтому и сказано, что помышления плотские, да, то есть когда твоя душа так думает, ты будешь пожинать смерть, то есть ты будешь пожинать то, что пожинают люди этого мира, но помышления духовные, суть, жизнь и мир, а как нужно думать о себе, что ты как новое творение, как возрожденный человек, когда твой дух, он возрожден, да, как новое творение, ты вообще полностью исцелен, ты не больной человек, ты не грешник, ты полностью новое творение во Христе Иисусе, полностью свободный от всего, полностью исцеленный. За это исцеление принес Иисус жертву. Да? Ты полностью обеспеченный всем, чем необходимо. И при этом твоя душа говорит, но дьявол и этот мир, они мне собираются навязать болезни, нищету, там, да, депрессию, зависимость от всяких там вещей, как бы. Я другой, я не такой. Не важно то, что я чувствую и то, что я вижу вокруг себя, не важно. Вера, она говорит о другом, а вера, она говорит о том, что не видно, но то, что существует, да? В Евреям можете почитать о том, что такое вера, да? Это уверенность в невидимом, понимаете? Это когда мы основываемся, вот это шестое чувство, вера, которая дана нам Богом через Его Слово, когда мы основываемся на том, кем мы есть в Духе, кем мы являемся в Духе. И тогда, соответственно, наша душа, она занимает позицию нашего Духа. И тогда уже двое против одного. Да? Душа и Дух против плоти. Если наша душа занимает позицию плоти, тогда плоть и душа против Духа. И кран перекрывается, и мы оттуда ничего не получаем. Если наша душа начинает рассуждать то, кем мы являемся в духе, ты начинаешь что говорить? Я вообще-то победитель, я вообще-то исцеленный человек, у меня нет никаких болезней. Да, они присутствуют, и даже если эта болезнь придет к тебе, ты будешь должен относиться к этому как? Как к тому, что это то, что пытается навязать себе дьявол, грех и этот мир. Но внутри тебя присутствует исцеляющая сила, способная поставить защиту, и ты можешь ходить в божественном здоровье. Да? Если у тебя такие принципы мышления, то есть сформировались внутри тебя, то, соответственно, и получать ты будешь из духа именно то, как ты помышляешь. Потому что в притчах, по-моему, 23 глава, 7 стих написано, что каковы мысли человека, таков и он сам. Понимаете? Вот наша сущность, каковы мысли наши в нашей душе, таков и он сам. Но на чем основывать наши мысли, если мы не знаем вот этих принципов? Если мы не знаем, что мы состоим из духа, души и тела, на чем будут основаны наши мысли? И слава Богу за то, что существует вот это откровение, за то, что я могу свои мысли направить на то, что я вообще-то во Христе Иисусе, святой, непорочный, искупленный полностью. Мой дух – это новое творение. Моя душа и плоть придут позже. А пока, да, они в процессе этого спасения. Но мой дух – это совершенно другая личность. И здесь мы не должны ставить акцент на том, что мы чувствуем или переживаем. Мы иногда чувствуем помазание, иногда не чувствуем. Иногда чувствуем любовь Божию, иногда не чувствуем. Чувствуем Его присутствие или не чувствуем, это не важно. Всегда, всегда, всегда мы в духе одинаковы. Всегда.
Мы в духе полны. Мы не меняемся в духе. Мы новое творение в духе. И наш разум должен встать на позицию духа. А для того, чтобы это сделать, нужно понять, кто мы есть там. Поэтому и нужно изучение вот этого слова. Не для того, чтобы изучить закон, что Богу угодно, что не угодно. Как нужно поступать, как не нужно. Нет. Нужно посмотреть как в зеркало, чтобы увидеть, кто ты есть в духе. Для того, чтобы твои мысли согласились с этим. И чтобы этот процесс, это семя, стало произрастать и приносить плод. Сначала колос, потом зерно, потом полное зерно в колосе. Да? Я могу сказать, что я вот с тем, о чем сейчас говорю, я познакомился где-то полгода назад. И последний раз я говорил о том, что, помните, про Марию, что женщина, когда она беременна, она первое время даже сама не понимает, что она беременна. Но тем не менее это так. Потом она начинает чувствовать, но окружающие нет. Я могу, она знает, что ребенок уже внутри, но окружающие этого еще не замечают. Потом, сами знаете, да, как беременность продвигается, потом и окружающие это замечают, что есть живот, да. А потом и плод рождается, который в животе, рождается ребенок. И вот я могу сказать про себя, что то, о чем я сейчас говорю, я с этим познакомился, я не живу этим всю свою жизнь, потому что если бы я всю свою сознательную христианскую жизнь знал это откровение, я бы находился в другом положении сейчас, это точно, 100%. Но я могу вам сказать, что во мне сейчас происходят процессы доселе невиданные, которых раньше не происходило. Вы можете этого не видеть, но я это уже знаю. Во мне происходят эти процессы, да? То, о чем говорится, что это семя, оно посеяно, и оно начало работать. Придет время, когда окружающие это увидят, и это будет заметно, и придет, и будет плод этому. Сейчас это внутри меня посеяно, и внутри меня растет, и это действует. Я говорю, именно поэтому я об этом и говорю сейчас. То есть еще полгода назад, когда я об этом услышал, начал размышлять, я не стал бы говорить об этом. Но сейчас, когда я знаю, что это действительно меняет жизнь, и начинается это изнутри, это я решил с вами этим поделиться, потому что это действительно как бы так. Это дает очень сильное основание в жизни христианина, очень сильное основание. Это дает такую платформу, да, ниже которой очень трудно упасть. Вот это понимание. Почему? Потому что многие стихи в Библии, да, которые я раньше не понимал, они просто мне открылись через это. Вот об этом, когда я понял и принял, что человек состоит из трех элементов, это дух, душа и тело, и что наш дух полностью спасен, многие стихи, о которых вы прочитаете в Библии, вы увидите, что это относится только к нашему духу. Один из них мы привели в пример, да, что мы новое творение, но глядя на себя в зеркало, мы этого не видим. И заглянув вовнутрь в наши душу, мы тоже этого не видим, но это относится к нашему духу. И другие стихи, которые вы прочитаете здесь и найдете, они говорят напрямую о том, что это относится к нашему духу. Какие-то спорные моменты, они решаются. Да? Например, в одном месте говорится, в одной и той же книге Иоанн говорит, что все мы много согрешаем, да? Все мы много согрешаем в первой главе. А потом в следующей главе он говорит, рожденный от Духа не может грешить. Вообще непонятно, да? Если ты не имеешь этого откровения, о чем идет речь? То мы все согрешаем, то мы не можем грешить. Очень просто. Наша плоть, наша душа, она согрешает. Но наш Дух, он не способен грешить. Он не имеет такой способности. И Иисус, он был безгрешен. Он был безгрешен и по Духу, и в душе, и по плоти полностью безгрешен. Но мы были рождены изначально во грехе. И когда мы получили Духа Святого, да, когда мы получили от Бога новое рождение, наш Дух, он стал таким же, как Дух Иисуса Христа, не способным грешить, абсолютно не способным. Он даже не может помыслить о грехе. То, что мы думаем, это не наш Дух думает, это наша душа, наши мысли, наши греховные мысли и так далее. Но наш Дух, у него даже мысли не может возникнуть о том, чтобы как-то согрешить или что-то сделать. Он совершенный. Мы совершенное творение в Боге, новое творение, которого раньше не было, понимаете? И вот многие места из Библии, они становятся понятными, о чем идет речь. Почему есть такое, как будто бы несоответствие. Но мне нравится, что Бог, он в очень многих вопросах, он
расположился таким образом, что есть противовес одно, противовес другому. То есть для того, чтобы был некий баланс. То есть благодать, она, например, не может работать без веры. А вера не может работать без благодати. Если это будет отдельно друг от друга, то это просто убьет нас. Вера без благодати нас убьет. Благодать без веры тоже нас убьет. Это должно работать вместе, и это приводит к некому балансу, который и дает эту способность христианина жить по вере в благодати. Да? Как? Мы благодатью спасены через веру. Да? Это не работает одно без другого, но ошибкой является то, что некоторые принимают только благодать, а другие принимают только веру, и все. И получается перекос в одну сторону или в другую сторону. И вот во многих вещах мы можем найти, я это давно заметил, на протяжении всего времени, сколько я читаю Библию, я вижу, что есть что-то, есть одно, например, есть второе. Но между ними всегда есть третья какая-то позиция, и вот эта третья позиция, она является Божьим направлением, настоящей истиной, которая освобождает человека. И вот за это и нужно держаться как бы, а не за то, что является какой-то крайностью. Да? Есть баланс, сбалансированное учение, сбалансированный человек, вообще вот это новое творение в Иисусе Христе. И хочу заметить, что это откровение не говорит о том, что теперь мы супермены какие-то. Без Иисуса Христа мы вообще никто. То есть это во Христе Иисусе. То есть наш новый дух во Христе Иисусе. И говорится, что когда соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Нужно понять, что это работает только тогда, когда мы отдаем себе отчет, что мы в Боге. Да? Если мы возомним о себе, что мы можем отдельно что-то, как бы, то это закрывает кран сразу. То есть наши мысли, они должны быть направлены, они должны находиться в истине. Наша душа, она должна находиться в истине. Мы должны правильно мыслить. Если мы правильно мыслим в одном направлении с Богом, то это открывает кран. Если нет, то это закрывает кран. Просто-напросто, и все. Поэтому мы должны стоять на том, что это во Христе. Это вообще-то не мы, это Его заслуга, это Его творение. И Он все держит это своим словом, и это все в Нем. И то есть, как говорится, больше от Него и меньше от меня должно быть. Больше от Духа, который есть Божий и внутри меня находится, и меньше от плоти, которая есть моя. И я как бы по плоти вот все вижу, слышу, понимаю и так далее. Но по плоти думать... пожинаем смерть. Думать по духу, пожинаем жизнь. Все просто. Этот процесс только нужно запустить и стараться следить за тем, чтобы он в твоей жизни действовал, так сказать. Да? Как мы мыслим? О чем мы думаем? О том, как, так же, как этот мир думает? Или по-новому? Да? Как мы говорим? Что мы говорим? Какие вещи мы провозглашаем? Да? То же, что несет этот мир... То же, что видят наши глаза, уши, слышат и так далее. Или то, или как Иисус говорит, понимаете? Очень важно запустить этот процесс в своей жизни. И думать о себе, что ты не какой-то там грешник, а ты вообще-то Сын Божий, абсолютно, абсолютно святой и беспорочный. Скажешь, ну я вообще-то это вчера грешил. Ну да, и что? Но Бог есть Дух, понимаешь? Бог есть Дух, Он видит себя в Духе. И тут как бы напрашивается вопрос, так что теперь можно грешить, да? Как бы делать все, что ты хочешь? Нет. Но если этот вопрос приходит к нам в голову, когда мы слышим Евангелие, тогда мы слышим настоящее Евангелие. Потому что благодать, она такая. Благодать, она такая. Благодать, она, понимаешь, не дается за заслугу. Если бы наше спасение зависело от наших поступков и дел, то это уже не благодать. Библия так говорит. Это не благодать, это то, что ты сам заработал. Нам дан дар, и Богу все равно, грешил ты или не грешил. Это как бы продолжение темы, но после вот этих слов, как правило, возникает вопрос резонный. Что теперь, можно грешить
и делать как, ну, жить так, как ты хочешь, и при этом будешь спасен, до определенного момента, да, будешь спасен. Но, скажем так, можно потерять спасение или нельзя? Можно. Но когда это происходит? Сразу, когда ты согрешил? Или потом? Потому что, как бы, ну, тоже хочется в этом разобраться, правильно? Потому что некоторые люди подумают, что вот это учение, как бы, да, такое положение вещей о том, что твой дух, он спасен, и если ты сегодня умрешь, несмотря на то, что ты согрешил, ты все равно попадешь к Богу. Для некоторых это лицензия на то, чтобы идти и грешить. Просто прям с печатью, как бы, да? А? Доверенность, да. Но на самом деле это не так. Но будет Бог тебя наказывать за грех? Нет, не будет. Не будет. Ты будешь страдать от греха. Ты сам будешь страдать от греха. И придет такой момент, когда просто ты откажешься сам от своего спасения. Грех, он заведет нас дальше, чем мы планировали идти. Да? Он заберет с нас средств больше, чем мы хотели отдать. И задержит нас у себя намного дольше, чем мы желали этого изначально. Он обманывает, да, и он убивает. И через грех, например, мы открываем двери дьяволу в свою жизнь, и он начинает действовать. Просто открываем. И то есть грех – это очень плохо и глупо само по себе. Но сказать, что Бог, он отберет у тебя спасение из-за того, что ты согрешил, такого не бывает. Потому что это не работает, тогда ты должен был бы спасен быть за свои поступки, за свои дела. И то есть поводом к твоему спасению был бы не Иисус Христос и его благодать, а твоя личная праведность. И рассуждая о том, а что именно, ну как бы, за какой грех, например, ну, человек теряет спасение, а за какой нет, это же мы люди определяем. Для нас как бы есть большие грехи и маленькие, но для Бога нет. Вы как думаете, вот сколько надо убить людей, чтобы стать убийцей? Одного. Правильный ответ. А сколько нужно украсть карандаши в офисе, да, чтобы стать вором? А теперь здесь есть кто-то, кто меньше двух украл? Даже дело не в том, что мы сделали, а еще и в том, что мы не сделали. Потому что, говорится, когда мы знаем, как делать правильно, как делать хорошо, и не делаем грех, получается, что мы каждый день грешим. Каждый день мы грешим. Получается, что это так. Но другое дело, когда мы ограничиваем этот грех в своей жизни. Почему? Потому что тем самым образом мы закрываем двери для дьявола, для его воздействия, для нас. Потому что в Римлянам написано, кому мы отдаем себя в рабы, да, тем мы и становимся рабами. Если мы отдаем себя в рабы греху, мы будем его рабами. И несмотря на то, что мы какое-то время остаемся в спасении, мы придем к такому состоянию, когда мы сами лично откажемся от этого спасения. И таким образом его потеряем. Бог нам не навязывал спасение. Он нам его предложил, мы взяли. И он не будет удерживать его у нас. Придет момент, когда из-за греха наше сердце настолько станет черствым, что мы сами откажемся от этого спасения. Мы отвергнем Бога, мы отвергнем Иисуса в своей жизни. И причиной этому будет грех. Вот почему грех крайне опасен. И он обманывает и затягивает, как в трясину. А не потому, что из-за этого Бог, он отберет у тебя спасение. Бог не отбирает спасение из-за греха. Человек сам отдает его из-за греха. И это не происходит за 5 минут. На это нужно какое-то время. То есть человек должен продолжительное время жить во грехе, и потом он просто сам отказывается от своего положения. Но о таких людях говорится в Римлянам, например, в 1 главе, вот о тех людях, которые отказываются от него, да. И
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Для того, чтобы подавлять истину неправдой, ну, нужно вообще как бы эту истину знать. Да? Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо, так что они безответны. Но как они, познав Бога, да, говорится о тех, кто познали Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умственных своих и омрачилось несмысленно их сердце. Когда что-то произошло с сердцем, да, когда грех он просто произвел свою работу со временем, здесь говорится, что называя себя мудрыми, обезумели. И 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, служили твари вместо Творца». И здесь более подробно потом можете прочитать. Говорится о том, что такой человек, он просто даже перестает думать о том, о своем спасении, о Боге. Ему вообще, так сказать, до фени все это. Он просто улетел, он отказался от всего, что ему было дано, и он добровольно это сделал. И я к чему это говорю? К тому, что если у нас нет подобных мыслей, и что бы мы ни сделали в своей жизни, если мы переживаем за наше состояние перед Богом и в Боге, если мы переживаем, да, какой бы грех мы ни сделали, знай, что ты находишься в спасении. До сих пор ты находишься в спасении, и ты спасен. Но для того, чтобы разобраться с твоей, так сказать, может быть, греховной совестью, да, с твоими неправильными поступками и так далее, для этого нужно предоставить место Духу. Духу. Для того, чтобы Ему предоставить место, нужно обновиться разумом, начать думать о себе, как о победителе в Боге. Я вам гарантирую, что сразу после этого собрания это не произойдет. Даже некоторые могут забыть это сразу. Но если ты будешь возвращаться к этому вопросу и сеять это в свое сердце, и я могу сказать, что это начинает работать внутри. И это такое основание ставит в жизнь христианина, которое является вообще непоколебимым. Когда эти принципы начинают как бы жизнью откликаться внутри твоего сердца, ты понимаешь, о чем речь. И суть в этом, что Иисус умер еще 2000 лет назад за наши грехи, за наше прошлое, настоящее и будущее. Да? И наш дух, он всегда находится перед Богом в состоянии святости и полностью искупленное мы творение, полностью искупленное. Мы не будем рассматривать дальше этот вопрос, потому что на это тоже нужно время. И то, что вот внутри этой темы находится, это что касается нашей уже, так сказать, греховной совести, как с ней разобраться, да? Что касается нашего мира с Богом, что касается обеспечения Бога в нашей жизни, что касается Его исцеляющей силы. Многие вопросы, которые находятся как бы вот внутри этой темы, они раскрываются постепенно, то есть и в твоей жизни, и вообще, в принципе, как в учении, в библейском учении, это не раскрыть за одно собрание. Я вам скажу, что я нахожусь в этой теме уже полгода. И я только начинаю понимать, о чем идет речь. И я слушаю это от людей, которые имеют уже большой плод в своей жизни и имеют свидетельство. Ну, в этом отношении, да, которые ходят в духе и имеют плод соответствующий. Вот, поэтому просто что хочу вам посоветовать, поподробнее изучить эту тему самостоятельно. И я не считаю себя учителем, человеком, который призван к этому, по крайней мере, пока, дальше будет видно. И мне еще многому нужно научиться и пересмотреть многое. Но я знаю, что это меняет мою жизнь очень сильно. Я очень большие благословения получаю через это. Как бы. Эти благословения сейчас, они не столь видимы для окружающих, как для меня самого. Мой внутренний мир очень сильно изменился. И моя душа, она меняется, чего и вам желаю. Поэтому не буду больше говорить очень много.
чем бы я мог поделиться. И принцип такой, знаете, вообще в христианской жизни, что все не новое на самом деле. Все не новое. Вот те откровения, которые мы получаем от Бога, они когда-то были даны апостолам и всем остальным. И суть в том, что когда мы слышим какое-то откровение от проповедника, от какого-то человека и так далее, оно не работает, пока оно не станет лично вашим откровением. Не важно, что ты его слышал где-то. Когда оно проникает в твое сердце, и когда Бог тебе лично начинает говорить об этом, тогда это начинает действовать. Поэтому я сейчас просто поделился, да, поделился. Но, как я сказал, и почему я в прошлый раз говорил о важности сеяния и выращивания, то это работает именно таким образом. Это не работает так, что мы как воодушевились во время служения, да, у нас что-то приподнялось внутри, потом нас позвали на молитву, за нас помолились, и наша жизнь изменилась. И мы пошли дальше, и живем, и все. И жизнь прекрасна, как бы. Такого не бывает. На эмоциях что-то произойдет, что-то совершится, даже может человек получить исцеление напрямую, да, как вот я приводил пример, через кого-то. И все. И на этом как бы все остановилось. Дальше, понимаете, живые отношения с Богом. Дух, он живет, Дух, он действует, Дух, он двигается. Это постоянный процесс. Это процесс взаимодействия между человеком и Богом. И он достаточно интересный, когда это живое слово, когда это живой Дух, когда это живые взаимодействия, когда это живые отношения. Когда это религия, это неинтересно. Это понятно. Религия, она усугубляет, наоборот, все проблемы. Вот. Поэтому пусть Бог нас благословит. Спасибо Богу за Его благодать, да, с чего мы начали, за Его силу, которая внутри нас, за власть, которую Он нам дал. И пусть все сказанное здесь, то, что вы слышали, станет реальностью в жизни и сердце каждого. Желаю вам этого. И на этом закончим. Разойдемся с миром по домам. Есть плюшки, плов, пельмени и макароны. Кому что нравится.